Всем здравствуйте, вы на канале Дом Бобра. Сегодня у нас посылка iHerb. Она, конечно же, была вскрыта. Сейчас покажу почему. Оставайтесь со мной. Сильное нетерпение охватило всю семью по поводу Stone Ridge Orchards. Очень вкусная голубика в темном шоколаде. Безумно вкусно. Немножко уже подъели. Брали такую и вишню, по-моему, и клубнику брали тоже. Очень вкусные вещи, действительно натуральные. Вот такие большие прям конфеты. Очень вкусные, хороший запах такой стоит. 70% какао прям чувствуется. Я всем рекомендую эту марку. Очень-очень вкусно. Что еще из вкусняшек взяла? Это такие капли белого шоколада. Захотелось мне белого шоколада, как, не знаю, говорят, перед смертью. Так вот, я заказала себе вот такие попробовать. Они без сахара. Очень хорошие и выпечку, ну и так их тоже кушают. Давайте откроем, посмотрим. Так, как и в прошлой посылке, у меня это видео будет разделено на две части. Во второй части, как обычно, детское питание. Кому интересно, останутся. А сейчас для всех информация. Продолжаем. Вот такие капельки, видите, да? Давайте их попробуем. Угу. Я хочу сказать, это вкуснее, чем белый шоколад, который продается. Чувствуется молоко. Достаточно, так скажу я вам, жирненько, но очень вкусно. В меру сладкий. Здесь вместо сахара, я так поняла, фруктовый экстракт. Здесь написано, что здесь масло какао, молоко, ванильные зерна, натуральный карамельный вкус. Ну, я так понимаю, фруктовый экстракт и, наверное, фруктоза. Класс! Честно, я первый раз беру такую марку, Чок Зеро. У них, кстати, есть очень много таких разных капель. Я уже брала от другой компании, тоже была в восторге. Класс. Продолжаю знакомство с брендами iHerb. Взяла себе трипептидный серум, три вида пептидов. Очень мне понравился прошлый крем, вот здесь его размещу. Ночной. Аромат лаванды стоит на всю квартиру. Очень специфический запах, но там на втором месте, по-моему, сквалан. Очень хороший anti-age компонент, и он действительно работающий. Здесь тоже хороший состав. Есть экстракты различных растений, цитрусов, в общем, пептиды у нас не на последних здесь местах, а почти в начале. Лигопептиды очень хорошие, борются со старением. Меня пептиды всегда привлекают. Еще здесь в составе гиалуроновая кислота. Вот вы видите три вида пептидов и гексапептид 8. Это, по-моему, у нас аргирелин, если я не ошибаюсь. Вам здесь размещу информацию. Давайте посмотрим. Так, у нас здесь это вот запаковано хорошо. Я уже разрезала. Сейчас сниму пленку защитную. То интересно, здесь дозатор. Здесь не пипетки, как обычно в таких вещах. Имеет очень приятный такой цветочный нежный запах. Не хочет камера показывать. Ну что ж, я попробую, обязательно расскажу, но состав здесь очень хороший, и действительно марка как-то недооценена. Дочерний бренд iHerb, Simply Beautiful, очень хороший бренд, обратите внимание. Из БАДов, опять же, себе я заказала вот такой энзимный препарат для пищеварения, ZenVise, очень хорошая компания. Здесь и пребиотики, и пробиотики в составе, очень хороший состав, мне понравился, решила взять себе. Бывает такое, что надо эти вещи, и мужу тоже, когда он переедает. Вот вы видите, папайя, пектин яблока, экстракт имбиря, фенхель, даже есть отлично корень куркумы, экстракт перечной мяты, листьев, так, что еще? И вот видите, пробиотики, целый список, и энзимы тоже целый список. Ну, в общем, взяла, потому что у меня предыдущие закончились, и вот давайте распечатаем, тоже посмотрим, что там внутри. Так, вот такие капсулы желтоватого цвета, по одной после еды. Должно помогать. Ну, я так, в принципе, довольна этим препаратом. Буду пробовать обязательно. Понравится хозяюшкам. Как-то я поизносилась в приправах. Закончилось все, кроме копченой паприки. Я думаю, она у меня будет до пенсии. Такой расход минимальный. Шикарно. Под Frontier я уже брала вот такие итальянские травы. Очень хорошие, натуральные составы. Здесь орегано, тимьян, базилик, чеснок, черный перец, красный перец. Ну, прекрасный состав, очень ароматные приправы, мне очень нравится Frontier. Также взяла от них вот такую всесезонную для всего приправы, люблю такие, и в суп добавляю, и в картофель, шикарно. Здесь тоже очень такой органический натуральный состав, без всяких добавок, как у нас, например, добавляют серу, например, чтобы оно не слеживалось, всякие титаны, диоксиды, ну, не надо, я думаю, этого. Здесь и лук в составе есть, тоже чеснок,
А, и лимон здесь в составе. Вот почему я взяла. Мне очень нравятся такие приправы с лимоном, с цитрусом. Они очень хорошие. Я эту сейчас открою, посмотрю, потому что итальянскую я знаю. Очень ароматная, чувствуется чесночок. Я скажу вам, это не вегета, которая сразу открываешь, такой химический немножко запах. Может, ее кто-то любит, я кого-то оскорбляю, но я не люблю такие приправы. А здесь и видно, что это действительно натуральное, что-то измельченное. Прекрасно. Еще одна марка появилась, новая, называется Маккормик, вкус которому ты доверяешь. Я взяла вот такой для гриля монреальский цыпленок. Тоже составы все шикарные. Здесь есть чеснок, соль, лук, специи и травы, черный перец, красный перец, петрушка, паприка. Ну, прекрасно. А еще такой, по-моему, зеленый какой-то перец. Давайте откроем, посмотрим тоже. Очень забористый такой, хороший, вкусный аромат у этой приправы. Буду обязательно готовить именно цыпленка с ней. Люблю запекать, и вот как раз под запекание, я думаю, пойдет. Хорошая баночка. Здесь стеклянные баночки, хочу обратить внимание. Здесь стекло, а здесь у нас пластик. Ну, интересная у них там целая подборка для гриля. Кому интересно, заходите по ссылочкам, они всегда под видео. И что касается молодых мам, я закончила для всех. Теперь специализирована по питанию. Я продолжаю его заказывать с iHerb. Я взяла вот такую цельнозерновую пшеницу. Попробовать уже глютеновые каши с железом здесь в составе. Очень хорошие тоже, мне нравятся составы. И то, что действительно я доверяю американским кашам и питанию, потому что там это все сертифицировано и проверяется, не то что у нас. Для детей, которые сидят, второй уже начинается прикорм, уже вводятся более тяжелые каши, тяжелые овощи, фрукты. Что хочу сказать, уже я попробовала такой рис, мне очень понравился. Отличается, я брала нашу милупу у нас, но она не наша, конечно, от нутриции, милупа каши. А вот этот мне больше нравится, Гербер, вот такие кашки, вот такие вот дозаторы здесь шикарные. Будем пробовать. Так, для второго этапа, для второго этапа прикорма я взяла вот такие вот очень удобные паучи, я не знаю, как их назвать. Яблоко, морковка, Plum Organic, очень хорошая компания, тоже банан, тыква, двойное уже, когда можно вводить чуть позже, где-то к 8 месяцам. Это только персики я взяла, потому что персики тоже достаточно тяжеловатые. И яблоко, брокколи, вот такое. Здесь, я думаю, на 2 применения можно разделить, в составе здесь 113 грамм, даже может и на 3, мы пока еще маленькие. Хорошие тоже составы, ничего лишнего, все шикарно, натурально. И дальше продолжаю вводить монопродукты. Я взяла вот такой органический банан. Здесь две тоже упаковки. Очень понравились предыдущие. Просто супер понравилось ребенку. Я решила банан познакомить вот так. И вот такой горошек зеленый я взяла. Тоже два в упаковке. Просто горошек. Тоже для первого прикорма. Я решила, что бобовые у нас будут немножко позже. Потому что мы прикорм начали в 6 месяцев. Нам сейчас 7 почти с половиной. Поэтому пусть немножко ребенка как бы пищеварение настроится, потом буду вводить уже тяжелые вот такие всякие фасольки и так далее. Мне очень нравится это питание, я говорила, оно отличается от Гербера, который продается у нас в корне. Есть такие вкусы, которых у нас не купишь нигде. Итак, это была вся посылочка, я надеюсь, была вам полезна, она небольшая, все коротко по сути, подробнее в пустых баночках, отзывы как обычно. Всех с весной, до свидания!